Тарантино, вот «Не гоните меня», и, собственно... И до конца. Да, да, да. Начали. «Не гоните меня, Константин. Я работаю в нашем Стерлитамакском госпитале сестрой милосердия. Так вот, я от Гули, от Глаши Курочкиной услышала сие, что вы ее поставили на ноги. Она по молодости очень много лудила. И года два, наверное, потом врачи ей отрезали по-женски яичники. И она потом еще походила, потом в храм ушла. Так там женщина ей сказала: идите к Арбатскому Константину, ну, к вам. Вот полгода назад она была у вас, сейчас у нее пузо вот такое, светится вся. Это не я, Да, понятно, что не вы. У нас есть знатный пасечник. Вот. Но самое главное, она сделала все, что вы ей сказали. 200 миллилитров личной самогонки. По снегу 10 минут походить вы. Правда, батюшка ругал ее самогонку, что ходила, выла. Но самое главное, у Деда Мороза попросить ребеночка. Она попросила. А Николай, этот дебат, Дед Мороз, это же наш Николай Кудесник, да? Пожить вас хочу. Я все умею. Я стряпню готовлю. Хочу у вас набраться правды. Я полы мою. Так, подожди, вот она стихи на Арбате читала. Да в щуку, наверное, поступает. Ох, вырядилась. Ну что ты тут перезаранила? А, пирожки. Давай, вали отсюда. Обезьяна. И вышла из кадра. А, еще раз, скажи обезьяны прямо вот в кадр. Да, обезьяны, кажется, да? Да, когда я скажу, так, давай, вали отсюда. Так, давай, вали отсюда. Обезьяны. Ага, стоп.